23 числа будут работать службы, социальное такси, диспетчерские службы, автотранспорт будет выведен на линию для того, чтобы обеспечить подвоз граждан из маломобильной категории на избирательные участки. Учитывая то, что сегодня в городе только 19 машин службы социальное такси, мы будем предлагать, начиная с завтрашнего дня, гражданам, которые хотели бы и могут подъехать на избирательные участки, реализовать свое право в течение недели в период досрочного голосования. В воскресенье будут работать социальные работники, которые тоже помогут гражданам прийти на избирательный участок и выразить, и отдать свой голос. Мы подготовили списки. В списки вошли граждане, которые являются инвалидами первой группы, инвалидами-колясочниками, семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Эти списки переданы на участковые избирательные комиссии для того, чтобы люди могли тоже проголосовать на дому. Мы собираем заявления граждан, получаем много телефонных звонков, где минчане выражают свое желание, чтобы к ним пришли члены избирательной участковой комиссии для голосования на дом.